Всем привет! Карантин карантином, а гулять хочется. Хочется на природу, хочется шашлыков, хочется чего-нибудь вкусненького на гриле. Вот, поэтому мы с сыном сейчас идем в магазинчик, купили гриль. Будем завтра делать кореечку жареную на гриле. И всякие другие вкусняшки будем пробовать, грибочки купили. Вот. Так что смотрим. Это вишневый сок, между прочим. Ну что, приступаем к нашему мероприятию. Сейчас пойдет запах шашлыка по всему подъезду, по всему дому. Хорошо, папа. Пойдет. Ну вот видишь, получается 4 стейка сюда входит. Что, плохо что ли? Нормально. Даже если ты, ну, допустим, 2 пары собралась, то этого гриля достаточно будет. Пожарили, а тот, который за 400 гривен, он идет в гриль? Бутербродница, понимаешь? Поэтому он размер под 2 бутерброда, вот этих вот тостовых хлебов. Ну и соответственно, если это бутербродница, то там температура не очень. 750 ватт. Да, мы так сравнили, да, знаешь. Да, оно даже курицу парит, а не жарит. Сравни, блин, руку с пальцем, да? 2000 ватт и 750 ватт. Конечно, 750 ватт это ни о чем. О, красота! Вот они уже даже и ужариваться начали. Но жира немного, смотри. Вот это отверстие для жира. Блин, ну вот. Оно особо тут и не нужно. Сейчас мы. Что стейки толстые, но тут никуда не денешься. Корейка есть корейка. Она лежит между ребрами, поэтому.
толщину никак не сделаешь. Это шлебетов, который ты можешь отрезать 1 сантиметр, 1,5-2, ну сколько хочешь. Хоть 0,5, 0,3 режь слайсами, на мороженое режь слайсами. Так проходят карантинные дни. А вон кто-то да? Жиров пошел. Да? О, глянь, какая красота. И бомбическая сила. Аккуратнее. Это аккуратнее, стараюсь. Все, забираем. Красота. Раздаю. Выбирай, что тебе приходит. Так. Что-то без жира вот этот будет. Мне вот этот вами. Вот этот? Это Матвея будет. А это два моих. А вон стекает жир, смотри. Угу. Стекало. Так и стекает. Красота.